Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня ходил на фильм «Тепло наших тел», и он оставил достаточно двоякое впечатление, поэтому я разделю его на несколько пунктов и по каждому выскажу свои комментарии. Сюжет. На волне популярности темы запретной любви между вампирами и оборотнями решили добраться и до зомби. В сюжете хватает ляпов, да и сам путь исцеления мертвецов мне тоже кажется нелепым, но это сказка, и в отличие от «Сумерек» у нее более четкая нить повествования. Актеры. Главная мужская роль отошла Николасу Холту. Неплохой молодой актер и чисто сработал в фильме. На главную женскую роль взяли Терезу Палмер, более дешевый и лучше играющий аналог Кристен Стюарт. По мне, так сходство очевидно. Это хорошо, что взяли ее, а то если бы там была Стюарт, я бы точно не заметил разницы между ней и мертвыми. Хотя поступки главной героини все равно продиктованы ее светлым цветом волос. Джон Малкович – это Джон Малкович, поэтому в этом фильме к нему особых претензий нет. Компьютерная графика оставляет желать лучшего. Но вот саундтрек отличный, создатели фильма полностью угадали мои музыкальные вкусы. В целом фильм может подойти для просмотра с девушкой. В нем не так много юмора, но достаточно много наивной романтики. И если ваша девушка относится к фильму не так критично, как я, что не приведи Господь, то вы вполне можете получить удовольствие. С вами был Сергей Крис. До скорого!